У варана комода очень своеобразная походка. Короткие ноги и огромное брюхо, свисающее почти до земли, не позволяют ящерице ходить грациозно и быстро. Неторопливая ходьба комода могла бы вызвать легкую улыбку, если б не знать, что в конце этой забавной прогулки дракона кого-то часто ждет гибель в пасти безжалостного хищника. А вот бегает комода очень даже быстро. Его аллюр можно назвать рысью. Диагональная работа его лап обеспечивает вполне достаточную скорость, чтобы не остаться без добычи.